Доброе утро. Сегодня 22 декабря. Такой морозец, минус 14 сегодня. Мы у храма. Сегодня празднуется икона Божией Матери «Нечаянная радость». И у меня сын сегодня родился. Сегодня день рождения сына. Два праздника. Такая чистота снежная, зимняя красота. Богородица всегда нам помогает. И вот сын родился, когда празднуется икона Богородичная. Хочу прочитать стихотворение. Где-то он блуждает по разным странам, где-то погибает на поле бранном. Заступись, благая, укрой покровом, сбереги сыночка от духа злого, подними из бездны больную душу, укрепи сознание, очисти уши, помоги молитвой, спаси советом, исцели любовью, как Матерь Света. Такое у меня стихотворение, прощенное к Богородице. Всегда ей молюсь за сына и за всех нас. И она всегда нам помогает. Пресвятая Богородица, спаси нас. Вот этот храм в честь Богородицы тоже знамение. Богородица в разных иконах нам помогает. Мы всегда и молимся. И любим сюда ходить. А сейчас вот такая красота. Снежок. Морозец. Всем всего доброго.